Одна из ошибок при покупке кабеля – это выбор вот такого вот кабеля для наружной прокладки. Согласитесь, выглядит он эффектно. Прозрачная... Он поэтому же мне тут и толковал, что он чуть ли не золото мне ставит. Это клиент-жертва, можно сказать. Выглядит он эффектно. Прозрачная силиконовая оболочка, вроде бы как он такой симпатичненький кабель. Вот посмотрите на участок кабеля, который спрятан от солнечных лучей. Он, в принципе, сколько он времени простоял? Ну, наверное, с год. Наверное, с год. Да, и то, может быть, еще нет, потому что это было где-то, наверное, так вот апрель-май. Вот. То есть лето он простоял? Да. Вот здесь как раз он не был под действием прямых солнечных лучей. Да, и он хороший. И он хороший. А теперь пойдем как раз на открытый участок. И вот посмотрите на наружную изоляцию этого же кабеля на открытом участке. Да, я вижу, я же шел. На ощупь уже шершавый, он уже стал непрозрачным, он задубел. Я думаю, еще немножко ему следует, он провисит, он потрескается, пустит влагу, и опять влага будет бежать по кабелю. А вот второй кабель, который идет на вторую точку, он... Черный для наружной прокладки, несмотря на то, что он тоже бюджетный. Это обычный кабель RG6U. Черненький сюда, а этот беленький. Второй кабель — это RG6U Black от торговой марки. Да, я не могу резко словить. Второй кабель RG6U Black Dialan, он уже простоял 2,5 года, вроде как припал пылючкой, да, на вид не новый, но тем не менее изоляция эластичности не потеряла, и прослужит он, при условии, что он хорошо закреплен, прослужит еще долго.